На пол? Мы готовим стол. Собственно говоря, вот. А дальше пусть все останется интригой. Вот, где? Вот рука. Рука. Оставьте мои руки в покое. А. Да, оставьте. Все, вот. Здесь уже моя. Да, оставьте мои руки. Я не понимаю, подожди. На самом деле, как открыла? Да, открыла, что ли? Я совершенно бездарность. Новые поддержки, как ногами. Нет, я открыла на полу, что я полная бездарность. Три-четыре. Я держусь. А! Помнишь, что вы делали? Что-то такое было. Немножечко не хватает какого-то стимула со стороны судей. Все-таки нас прям реально заклевывают оценками. И мы через это все равно пытаемся прорваться, улыбаемся в кадре. У нас все хорошо. Но, конечно, какой-то осадок волей-неволей остается. Да, когда говорим о стимуле, да. Когда ставит, даже, ну, упал, ну, и поддержку и на полу даже уронил. Да ничего страшного, да пройдет, все будет хорошо. А у вас, ребята, нет, у вас здесь вот пяточка там не так. Ну, к примеру, хотя даже таких объяснений не было. Ну, как-то... Но все равно мы боремся со своим внутренним состоянием и хотим привнести новые улыбки на проект. Ирина Лобачева и Денис Матросов выбрали песню «Apologize» в исполнении One Republic и Timbaland. Apologize по-английски – это прощение. Но вот простили ли они друг друга? В конце смотрели так, с таким недоверием, я бы сказала, друг на друга. Номер очень неплохой, мне показалось, но агрессивный, опять же. Наверное, это веяние сегодняшнего века, может быть. Тема 21 века – агрессия? Наверное, каждая пара выбирает агрессию. Почему? Может быть, это выбор хореографов, и кто выбирает музыку. Мне так интересно, почему именно это они выбирают. Все было исполнено замечательно, с хорошими эмоциями и, в общем-то, ровно. Очень хорошо. Прям с чувством, класс. Все точно сделали. Для того времени, что у нас было, это, конечно, круто. Молодцы. Просто молодцы. Ирина Лобачева, Денис Матросов, Россия. Оценки за технику. 5-9, 5-9, 6-0, 5-9, 6-0. Средний балл 5,94 балла.
Оценки за артистизм 6-0, 6-0, 5-9, 6-0, 6-0. Средний балл 5,98 балла. Общий балл 11,92 балла. Саша, ты поставил наивысший балл и за технику, и за артистизм. Не кажется ли тебе, что это прорыв у ребят? Здесь идеально и максимально был использован предмет, который находился. Мне даже в какой-то момент показалось, что когда ребята оторвались от стола, ой, тут началось то, что и у всех. И сразу эти танцы немножко, они немножко как бы просели. И, но все равно впечатления, которые были, и те настроения, те фигуры, эти как бы стоп-кадрики такие, которые были, это очень настроенческая штука, она, невероятно использован стол. Я почему говорю про стол, это не умаляет заслуги танцовщиков и Саши, и всех, кто помогал, и стол не сломался, ему низкий поклон фабрике мебельной, которая это делала. Но даже костюмы, ребята, они тоже часть этого стола, они по цветовой гамме совпадают. Это тоже, это все работает, нет ничего, чтобы не работало, и здесь все сработало для меня, поэтому такая оценка. Ты знаешь, я согласна абсолютно с тем, что действительно вот максимально был использован стол. И действительно там была очень интересная хореография. Тут немножко потерялась, за это 5-9. Но когда я смотрела, как Ирка, прямо вот она поставила туда ногу и туда взошла. Я подумала, а я никогда больше так не смогу сделать. Поставить еще ногу я смогу. Но на нее шагнуть вот так ловко, легко и так перенести туда свой центр тяжести, как будто это ничто, не смогу. За это 6-0. Потрясающе было. А вот за то, что я никогда не смогу туда так зайти, за это 5-9, да, Татьяна Анатольевна? За то, что здесь, внизу, было не так разнообразно. Пару поддержечек таких засветились из нашего нехитрого дела. Понимаете? И вот за это 5-9. Та часть танца, которая прошла на столе, произвела какое-то неизгладимое впечатление. Может быть, не надо было опускаться на танцпол? Может быть, стоило остаться все-таки там, на столе? Ира? Такое предложение было. Было. Мы думали над этим, но почему-то подумали, все же двигаются не только на столе, но и на полу, и мы опустились. Мне страшно подумать, какие были бы оценки. Просто здесь бы был взрыв эмоций, вы бы сразу досрочно выполнили пятилетку. Что помогло так прорваться? Что случилось? Надо сказать, что мы работали в экстремальных ситуациях. Все-таки Ирка пришла после болезни. Времени у нас на подготовку, как вы понимаете, совершенно практически не было. И нужно было переплюнуть через себя. Почему переплюнуть, не знаю. Перепрыгнуть. Матросов, ты не меняешься. Вопрос такой, все-таки, наверное, больше относящийся к тексту этой песни. Как вы думаете, может быть, все-таки не наступает такой момент, когда поздно извиняться? Может быть, всегда есть такая возможность у людей что-то исправить? Конечно, да. Конечно, да. Да. Я согласен. Особенно, если кто-то помогает. Вообще замечательно. Да. Переписываем текст песни. Договоритесь, пожалуйста. Хорошо, удачи вам, спасибо.